В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем последний день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днем 28-30 градусов тепла. В этом году в рамках программы развития курортов Карачаево-Черкесии в поселке Домбай планируют сдать в эксплуатацию шестикресельную канатную дорогу. В планах на 2024 год строительство еще одной. Уникальный уголок Кавказа, курорт Домбай, разместившийся у слияния рек Аманаус, Домбай-Ульген и Алибек на высоте 1630 метров над уровнем моря, излюбленное место туристов. Из Домбая репортаж Аллы Динаевой. Расположенный у северного подножия главного Кавказского хребта в межгорной котловине, курортный поселок Домбай манит сказочной природой. Разглядеть лучшие красоты Кавказских гор из поселка туристы направляются на вершину Муса-Ачитара на канатных дорогах, первая из которых в Домбае построена еще в 80-е годы. И это отличный способ разглядеть живописные окрестности. Ну как вам, Домбай? Отлично! Озонированные водопады Домбая в виде водных кос, берущих начало с Птышского ледника, и заснеженные вершины великолепных Кавказских гор впечатляют воображение каждого. Как горы? Отличные. Это главный Кавказский хребет. Его иногда называют водораздельным. Мне очень приятно вот бывать здесь, рассматривать каждую вершину и проглядывать различные фигурки, живописные, сказочные. Эффектные скальные контуры вершины Пикене, уникальные горы Зоб-Суфруджу, Джуватурлочат, Сулахат. А замыкая собой долину, возвышается главная вершина Западного Кавказа Домбай-Ульген, что в переводе с карачаевского означает «где погиб Зубр». Часто горы Домбая название получали из-за легенд и событий с ними связанными. Лейла, как вам сегодня проведенный в Домбае день? Погода замечательная, воздух особенный, здесь дышится по-другому, здесь у еды вкус другой. Здесь очень красиво, всем, кто здесь еще не был, вы очень многое теряете, если вы эти места не увидите своими глазами. Эдуард и Татьяна приехали в Домбай на 10 дней. Мы приехали из Москвы, первый раз на Домбае. Впечатление просто супер, погода шикарная, воздух, можно пить. Все отлично, все очень нравится. У нас Россия большая, мест много. То есть... Но пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были в России. Мы сами вообще местные из города Пятигорск, Кавказские минеральные воды, наш гостеприимный край. Наши друзья приехали из Сибири, города Томска, это 4300 километра, в общем, в принципе. Эмоции у нас положительные. В первый раз очень круто, мне все нравится. Сам с Карачаевска, я Домбай посещаю регулярно. Вот эти горы, они настолько родные и любимые, что каждый раз, когда я посещаю эти места, для меня открывается что-то новое. А вообще сегодня мы залезли на зуб Муса-Ачитара и водрузили там флаг в честь столетия советского альпинизма, так как этот год – год столетия советского альпинизма. А Домбай, я неспроста здесь, Домбай – по праву считается школьной партой советского альпинизма. Здесь он начинался. Здесь начинали ходить самые известные матерые наши альпинисты. Что в Домбае больше всего нравится тебе? Горы. На лыжах умеешь кататься? Нет. Будешь учиться? Да. Молодец. И каждый раз, как в первые, пейзажи завораживают, а разнотравье образовало здесь мозаичный ковер и воздух здесь с ароматом альпийских трав. А увозишь с собой фотографии потрясающих видов, позитивные эмоции и заряд бодрости. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке. Затем также программы «Ногайская редакция» в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и до встречи в эфире.